На стадионе «Тамусинец» первокурсники сражались за звание чемпионов. Специально для них устроили спартакиаду. Именно такие соревнования, по словам педагогов, позволяют познакомить студентов друг с другом, объединить и поставить задачи на будущее. Спортивный праздник посвятили началу учебного года. Участниками стали первокурсники. Основная цель проведения мероприятия – выявление уровня физической подготовки новых обучающихся техникума. Немаловажный аспект – и налаживание межличностных отношений. Соревнующимся предстояло пройти несколько испытаний. Кросс на 11 километров, перекантовка автомобильной покрышки, подтягивание на перекладине, армрестлинг и перетягивание каната. Ребята пришли хорошие, у нас есть... Мы сегодня посмотрели, у нас есть хороший задел для дальнейших спортивных успехов, для поддержания того имиджа, который в спортивном хорошем смысле техникума и в легкой атлетике, и в лыжах, в футболе, в волейболе и в других остальных видах спорта.